Знаю, що вінчунь дуже популярний у всьому світі. От ми не так давно про це дізналися. А от яка ситуація сьогодні все ж таки на Заході, от в Європі? Наскільки там розвивається цей вид спорту? Бо я знаю, що ви подорожуєте дуже часто, буваєте в різних містах і пропагуєте саме здоровий спосіб життя, саме цей вид спорту. We know that you travel a lot and that Wing Chun is very popular in all the world. In all the world, representation of your academy. And it's very interesting for us to know what is now the situation, for example, in Western Europe. Are there a lot of practice? Yes, we have actually over 1,500 practitioners in Turkey, and also we have over 1,000 practitioners in Egypt, you know. And not just the young people, in fact the middle age. I'm promoting a movement called Fighting Fit for 70s, and this year I'm going to be 70 in October, and I want everybody to be healthy, you know, the middle age, you know, even though they may approaching retirement age. Действительно, Винчунь популярен во всем мире, в том числе и в Западной Европе, и в других странах. Очень много практикующих Винчунь, кстати, в таких странах, как Турция. Очень много практикующих Винчунь даже в Египте, в Северной Африке. Потому что это действительно вид единоборства, вид кунг-фу очень уникальный, и который привлекает людей, ищущих путь к себе. Их грандмастер хотел бы отметить, что Винчунь – это не только вид спорта или занятия, по душе молодым, а также люди среднего и старшего возраста могут спокойно начинать заниматься винчунь в любом возрасте и успешно это делать. Как доказательство, грандмастер в этом году исполняется 70 лет, и вот у него будет в этом году специальная презентация для занимающихся винчунь, для тех, кому за 70. Это очень уникальная и хорошая программа, очень интересная для людей старшего поколения. Ну, я знаю, що кунг-фу дуже часто використовують у кіно, у кінофільмах. От хотілося про це поговорити. No doubt, кунг-фу are very used in different movies, and it's very, very interesting for people watching this movie. What can I tell about use of Wing Chun? Yeah, I have here a magazine that Robert Downey Jr. Appeared on this magazine and using Wing Chun in Sherlock Holmes. And 7 years ago, he came to us and he was in a lot of trouble and he was addicted to drugs and so on. And we helped him to recover. Now he trains every morning, at least hour and a half, 2 hours every morning. And even on the film set, he trains, you know, so. Как яркий пример, в руках у грандмастера журнал, на котором, на первой странице которого изображен Роберт Дауни-младший, хорошо нам известен по одному из последних фильмов, прошедших в том числе и в Украине, Шерлок Холмс. Вот. Грандмастер познакомился с ним 7 лет назад, когда у этого известного актера было достаточно проблем, в том числе и с наркотиками, и вообще со здоровьем. И вот тогда Роберт Дауни-младший стал практиковать винчунь. С тех пор он занимается минимум 1,5–2 часа каждое утро. И свои навыки он хорошо продемонстрировал, кстати, вот в этом фильме «Шерлок Холмс». И даже на съемках этого фильма он каждый день занимался. Тобто не полишав тренування. So Robert Downey Jr. doesn't stop trainings. That's his number one love, you know. Його любов номер один. Ви знаєте, мені здається, що коли ти перший раз робиш перший крок до спортзалу і тільки починаєш займатися цим видом спорту, це вже стає як, я не знаю, як стилем життя, і ти вже просто не можеш полишити це. Victoria has an impression that when you make your first step to sport room, then you can't stop because you would like always to go on to be trained. Yeah, this year the China Scientific Sports University has appointed me guest professor for the university to develop program to train the Olympians
athletes to be better in their performance. And on the end of this tour, on my tour, and I'll be going to China to give a week seminar in China. Yeah. Вы абсолютно правы, что действительно спорт, и в том числе единоборство, и, конечно же, венчунь, они очень привлекательны для людей. Их привлекает, вовлекает, затягивает, и это очень хорошо используется для повседневной жизни. Кроме того, вот грандмастер еще отмечает тот факт, что это широко используется знания, которые нам дает спорт, знания, которые получаем в процессе тренировок венчунь, широко используются профессиональными спортсменами. Так, например, грандмастер был номинирован почетным профессором Национального университета медицины в Китае, потому что эти знания очень помогают развиться спортсменам, не только которые практикуют единоборство, а также всех остальных видах спорта. Потому что, как уже было сказано, там задействовано оба полушария, вырабатываются специальные навыки, которые помогают людям идти к поставленной цели. И вот по окончанию этого европейского тура, в котором сейчас грандмастер находится, он снова возвращается в Китай, Национальный китайский университет медицины, где проведет недельный семинар. От можна більш детально про цей тур якийсь